Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіть у гэтым выпуску. Житковіч рыхтуюцца да правядзення абласных дажынак. З пераўтварэннямі, якія адбываюцца ў горадзе, пазнаёмілася наша здымачная група. Вынікі эканамічнага развіцця абласнага цэнтра за 9 месяцаў гэтага года падвялі на пасяджэнне гомельскага гарвыканкама. Амаль паўтысячы гасцей, галоўным чынам прадстаўнікоў царквы і сферы адукацыі. У Гомелі адбыліся гарадскія пакроўскія чытанні. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Житковіч рыхтуецца да правядзення абласных дажынак. 17 лістапада тут падвядуць вынікі сельскагаспадарчага года і ўзнагародзяць лепшых працаўнікоў вёскі. З пераўтварэннямі, якія адбываюцца ў горадзе, азнаёміўся Олег Сінцюроў. Мясцовыя жыхары кажуць, што пасля завяршэння ўсіх работ Житковічы стануць зусім іншым горадам. І не толькі знешне. Ні адно дзесяцігоддзе сярод найбольш актуальных праблем шэрагу мікрараёнаў была адсутнасць ліўнёвай каналізацыі, у сувязі з чым у дажджлівыя надвор'я вуліцы літаральна хаваліся пад вадою. Цяпер аб гэтым можна пазабыцца. Новы выгляд прыняла і галоўная вуліца Житковічаў, Савецкая. Яе не толькі добраўпарадкавалі, але і пашырылі ў два разы. Да абласных дажынак Житковічы атрымаюць новы стадыён. Тут сапраўды ўсё новае, ад газона да трыбун. Цяпер мясцовай футбольнай камандзе, якая пакуль гуляе ў другой лізе, можна падумаць аб больш значных выніках. Штучнае пакрыццё на полі плануецца пакласці ў бліжэйшыя дні. Па сутнасці, цяпер Житковіцкі стадыён будзе як мінімум не горшы, чым у іншых гарадах Гомельскай вобласці. Пры тым, што толькі гарадскім стадыёнам спартыўная інфраструктура не абмяжуецца. На тэрыторыі першай сярэдняй школы, напрыклад, пабудавалі спартыўны гарадок для моладзі. А па патрабаваннях, якія прад'яўляюцца да ўводзімых аб'ектаў, можна меркаваць па адноўленай аўтастанцыі. За 37 гадоў эксплуатацыі тут праводзіўся толькі касметычны рамонт. Рэканструкцыя будынка з добраўпарадкаваннем прылягаючай тэрыторыі абышлася амаль у 400 тысяч рублёў. Адпаведныя сродкі выдаткаў Гомель Аблаўтатранс. Ён жа ўласнымі сіламі зрабіў і ўсе неабходныя работы. Использовали сілы свайго прадпрыяцця. В першую чаргу, это нашым стройучасткам мы праводзілі все ремонтныя работы. Это позволило сэкономить порядка 30% строительных работ. В данном случае мы сделали все качественно, вовремя, в срок и дешево. Сярод зробленага на Житковіцкай аўтастанцыі замена даху, уцяпленне фасаду, рамонт залы чакання. У Гомель Аблаўтатрансе лічыць, што цяпер гэта адна з лепшых аўтастанцый на Палесі. Мясцовыя жыхары з такой ацэнкай у цэлым згодныя. Вікторыя Яхно стала першым пасажырам, які набыў білет на рэкансерваваным вакзале. Кажа, што яшчэ калі была студэнткай, часта карысталася паслугамі аўтатранспарту, а таму добра памятае, якім будынак быў раней. Ну, это как будто два разных аб'екта. Сейчас, безусловно, здесь все очень красиво, все очень современно, уютно, тепло. И находиться здесь – одно удовольствие. Залы ожидания просто, ну, просто радуют глаз. Аб'ект, якім таксама ганарацца ў Житковічах, адзін з карпусоў другой сярэдняй школы. Пабудаваны амаль 60 гадоў таму, пэўны час ён быў закрыты ў сувязі з аварыйным станам. Цяпер можна з упэўненасцю сцвярджаць, праблема вырашана. Заняткі тут пачнуцца ў пачатку наступнага года. Па словах кіраўніцтва райвыканкама, зараз запланаваныя да абласных дажынак работы выкананы недзе на 75-80%. Усё астатняе будзе абавязкова завершана да пачатку свята працаўнікоў вёскі. Дарэчы, штодзень на дапамогу будаўнікам і дарожнікам прыходзяць мясцовыя жыхары, якія займаюцца работамі па добраўпарадкаванні. Апрача таго, кожныя выхадныя ў Житковічах праходзяць агульнаградскія суботнікі. Ведуцца работы дневное, где-то і в ночное время. Значит, готовнасць высокая. Остаюцца небольшыя штрыхі, которые нужно завершыць. Все заверылі, у всех все получается. У нас находится на ежедневном контроле вся работа. Олег Сінцюроў, Евген Макеенко, телерадокампанія «Гомель», Житковічаў. У Гомелі паляпшаецца эканамічная сітуацыя. З 7 даведзеных паказчыкаў развіцця гаспадарчага комплексу выкананы 6. Асаблівай увагі патрабуе пытанне росту заработнай платы. Такая інфармацыя была агучана сёння на пасяджэнні гомельскага гарвыканкама, дзе падвялі вынікі за 9 месяцаў 2017 года. Дмітрый Котаў з падрабязнасцямі. Сярод станоўчых прыкладаў работы гаспадарчага комплексу горада – гандаль. Рознічны таварабарот склаў 102,3%. Вырас продаж прадуктаў харчавання і будаўнічых матэрыялаў. Гэта абумоўлена скарачэннем разрыву паміж тэмпам росту рэальнай заработнай платы і індэксам цэн, што станоўчым чынам паўплывала на пакупніцкую здольнасць жыхароў абласнога цэнтра. Чтобы закрепіць результаты, в первую очередь нужно работать над недопущением роста цен, прежде всего отпускных производителями. Второе – ассортиментная ориентация на платежеспособный спрос. Потребитель должен увидеть
и в магазине, и в объекте общественного питания то, что ему нужно, то, что ему хочется купить, и то, что он может купить. Над этим работаем. Гомель довольно добро выглядит в сравнении с другими областными центрами. Выполнено 6 из 7 доведенных показчиков. Это лучший выник. Энергосбережение, экспорт товаров и послуг, прямые замежные инвестиции. По многих накерунках задание отрималось перевыполнить. Меж тем иснуют и проблемы. Особливая увага росту заработной платы. За 9 месяцев средняя выплата на одного працующего гомельчанина 752,5 рубли. Это покуль недостатково, как по выника года выйти на показчику 1000 рублей. Так само застаются недохопы по працелоткованию. Причина в том, что не совсем активно наше предприятие занимается созданием рабочих мест. В связи с необходимостью сокращения затрат, многим предприятиям пришлось оптимизировать ряд рабочих специальностей, основных, не основных, и в связи с этим было определенное высвобождение людей с крупных наших промышленных предприятий. Поэтому, вот начиная уже где-то с третьего квартала, ситуация немножко стабилизировалась, и пошли подвижки и по действующим предприятиям, и по новым предприятиям. Оптимизация затрат, выпуск новой конкурентоздольной продукции и переориентация экспортной политики – это основные задачи на будущее, что позволит вырешить иснующие проблемы. У приватности пошук новых рынков сбыту. Покуль 85% экспортных товаров накировываются у Россию. Необходимо налаживать больше тесные гандлевые связи с Китаем и иншими краинами. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Гомеля еще на месяц протягивается работа региональных кермашов выходного дня. На их можно набыть поживецкие товары, сельскохозяйственную продукцию и вырубы народных промыслов. Кермаши с уликом умов на дворе будут проходить каждую субботу и неделю на протягу листопада. Режим працы с 8.30 до 15.30. Пляцовки проведения кермашов выходного дня находятся на площади Паустання, у районе зоны отпочинку Пруды по улице Ильича и у районе Палаца водных видов спорту по улице Мазурова. Так само 11 листопада региональный кермаш пройдет на площади каля Палаца культуры Костюковка. Пляцовка по адресу проспект Космонавтов 70 у листопаде функционовать не будет. По 30 листопада протягивается работа постоянно действующих региональных кермашов в каждом районе города. Час працы пляцовок с 9 до 19.00. Тем часом продукцию со своего огорода на рынках можно набыть у любой день тыдня. У податковой инспекции нагадали, у каких выпадках физичным особам не треба платить сбор за продаж огороднины, садовины и дикорослых рослин. По-перше, каб гандлявать без уплаты сбору, потребна доведка с мясцового выконкама об тым, что продукция выраблена непосредственно физичной особой або его близкими свояками. Инакш можно отрымать у перший раз попереджение, а потом и штраф. Выпадки, коли на рынках под выглядом продукции из уласного участка отбывается перапродаж, не редкость. Коли трапляться таким чином шмат разов, то сумма штрафу, призначенного судом, может досягнуть 100 базовых величинь. Специалисты нагадывают еще раз, кому не треба платить одинный податок при продаже сельхозпродукции. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, не уплачивают единый налог, торгуя сельскохозяйственной продукцией. Это продукция животноводства и растениеводства, кисломолочная продукция. Только при наличии справки местного исполнительного комитета о том, что они эту продукцию вырастили, либо произвели на собственном приусадебном участке. Что касается продукции пчеловодства, система налогообложения та же. То есть они не будут уплачивать единый налог, только при наличии справки о том, что у них есть собственный приусадебный участок, на котором они производят данную продукцию. Физичные особы, которые продают лековые рослины, ягоды, грибы, орехи и иншую дикорослую продукцию, так само вызволяются от выплаты одиного податку. Выники наглядной деятельности за станом умов працы на сельскохозяйственных организациях у период массовых полевых работ сегодня огучили у Гомеля. Как поведомили в областном центре гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья, за 9 месяцев 2017 года на большинстве проверенных объектах выявлены шерег порушений санитарно-эпидемиологичного законодавства. Основные из них тычились утримания, ремонту и оснащения вытворчих и санитарно-бытовых помешканий, организации лабораторного контроля факторов вытворчих осяродия, выдачи и выкористания сродков индивидуальной обороны.
С 2015 года державный санитарный нагляд за сельгасорганизациями ведется у тесном взаимодействии с районными и областными органами влады. Большинство порушений у бягучего характера по агульным санитарным стане объектов ликвидуются субъектами во установленные держсаннаглядом термины. Однако мают место и порушения, которые потребуют значных финансовых укладаний. Это перш за все ремонт, реконструкция и оснащение объектов. Такие проблемные пытания расследуются на узровне выконавчей улады. По требованию госсанадзора только в 2017 году приведены в соответствии с требованиями санитарных норм и правил более 60 сельскохозяйственных объектов, в том числе в части ремонта и реконструкции. Совместная работа госсанадзора с органами власти и ведомствами позволила вывести из числа неблагополучных в гигиеническом отношении 20 сельскохозяйственных организаций. Сегодня у Гомеля отбылись городские покровские эдукационные читания. ГЦК с этой нагоды собрал амаль полтысячи гостей, главным чином представников церквы и сферы эдукации. Об тем, что обмерковывали на сустрече, у наступном сюжете. Проблема моральности подлетков – гэтая тема стала галовной на городских покровских адукацийных читаниях у Гомеле. Их удельники – представники улады, адукации, аховы здоровья, культуры, громадских объединений и духовенства. Супрацовництво церквы и адукации должится давно. Что зроблено за опошние годы, что еще треба зробить, отказы на гэтае пытанне тут и были огучаны. Шмат говорилось об особистым прикладе наставника, как одной из форм морального выхования. Завострили увагу и на проблеме групп смерти у социальных сетках, которые пропагандуют суицид. Специалисты отзначили, что подкованность кураторов таких групп у психологии переузыходит веды большести наставников, и это треба менять. Так, например, пропоновано створить группу у социальных сетках, удельниками яких были б наставники. Такие группы стали б интерактивной пляцовкой для обмена педагогичным опытом у режиме онлайн. Сегодня мы живем в таком мире, который захлестнуты всякой иностранной пропагандой, которая не соответствует морали нормального даже человека. Нам часто преподносят красивые конфеты в красивых обвертках, но когда мы рассматриваем, раскрываем, мы там получаем гниль. А наша мораль должна быть христианская, евангельская. В Евангелии нигде не говорится, что убей, кого-то накажи, прокляни. В Евангелии говорится: любите друг друга. Вот на этой любви и должно основываться наша с вами жизнь вся. Взаимодействие двух сфер поширается штогод. Так, литерально напередодні читанию было подписано погоднение об супрацовництве Гомельской епархии с еще одним университетом областного центра – Белдутом. А кроме того, зараз у 10 навучальных установ Гомеля реализуются инновационные проекты православной накерованности. У 46 ведутся факультативные занятки по основах православной культуры. Те педагоги, которые унесли у это особливый уклад, стали героями фотовыставы, якая прошла у рамках городских покровских читаний. В экспозиции и фото Натальи Герасименко, якая придумала и реализует инновационный проект. Он включает в себе целый комплекс мероприемств: православные летние лагеры, экскурсии по святых местах, гуторки со святарами и многое иншее. Апробация проекта прошла у школе номер 41 Гомеля. У вынику сярод школьников снизилась колькость конфликтных ситуаций и, самое главное, выпадков подлетковой злочинности. Я сама являюсь верующим человеком, и когда я пришла в это учреждение образования работать заместителем директора, я увидела основную проблему. В этом учреждении основная проблема была — это большое количество правонарушений. Поэтому я думаю, что надо было именно воздействовать на проблему. И мы вот решили путем повышения нравственного воспитания взяться именно за этот проект по духовно-нравственному воспитанию. Дарэчы, это мероприемство стало часткой областных покровских адукацыйных читаний, якія стартовали у регионе крыху раней. На протягу месяца яны объединяют некалькі тысяч человек по всей области. Пройдут семинары, выставы, круглые столы, откроются дискуссийные пляцовки. Удельники читания будут працовать по нескольких направках: адукация, выхование, социальное и миссионерское служение, пытание взаимодействия церкви и молоди. Ганна Ковалева, Олеся Рудянкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Гэта и іншыя навіны вы можете знайсці на нашем сайте у интернете по адресе www.tvirgomel.by. Далее в эфире спортивный огляд. С новинами спорту вас познайомить Максим Савин.